Хей, йога, с вами Шимики. И мы продолжаем марафон рождественских игр. Это рождественский инцидент. Музыка у меня орёт жопа. Наверное, вы даже слышите через мои же наушники в микрофон, который отдаётся. Я так попытался сделать потише. Хотя, ну, в этом именно. В обысе. Ладно, как я понимаю, автор у нас Люмик. Из настроек здесь только сенсам. Поехали. Вау. Тут хорошо FPS. И... Ой, давай. Наш, походу, плохо. Че по FPS? Тут нормально. И, походу, мне туда надо идти, потому что FPS херячит в ту сторону. Ну, слушайте, у нас есть лес. Что-то я вижу спереди. А, подобрать фонарик. И типа... Вау! Блин, у нас фонарик. Подарки я забрать не могу, да? Походу, нам туда. Замечу, здесь FPS идеальный. Там 15 FPS. На дом лучше не смотреть. Походу, там столько эффектов, что он компьютер взорвет к чертям. Так. Сосульки. Я зашел в дом, бля. Я хотел исследовать окрестность. Черный экран. Готовность к вылету. Окей, мы в доме. А фонарик, я понимаю, у нас не выключается. Фонарик живет у нас своей жизнью. Так, за дверью кто-то есть. А, ссылочки, это картины, я смотрю, здесь есть. Зайти в комнату. Типа, звуки быта. Подарки, чулок. Кухня. Интерактивненько. Так, стоять нож. И кровь. Что-то резали. У меня есть задание или что-то типа того. Использовать лифт? Хорошо, я поднялся. Использовать лифт. Ага, туалет. Кто-то любит смотреть, как он срет. Ванна. То есть, подождите, у нас чувак, вместо того, чтобы подняться, как я понимаю, на свой второй этаж, он использует лифт. Так, это наша типа комната? Телевизор. О, целочка на медведей. Как она называется там? Ночь в лесу, да? Или день? Так, подобрать ключ. Что может так напрягать? Блять, это... Понимаете, вот визуал.
Это насколько должен быть фонарик здоровый, что он влазит за стенку. Вот, он влазит за стенку, хотя я стою вот на расстоянии где-то метр. Так, использовал ключ, зайти в комнату. Еп. Пыточная комната. Да, я слышу, слышу. Он ждет, пока ты нарядишь новогоднюю елку. Так, ладно, сделаем иначе. А, под рождественская елка вас ждет подарок. Еще думал. А. Ну, сердце, часть органов. Ладно. Это кто такой? Это Санта? Это Дарк Санта? Ну, типа, не темные, а... Блэк Санта. Блэк Санта? Окей. Ведь кружка ебаная мешает. Допустим. Какая-то кукла. Ща, подожди. Кукла, походу... Ну, башка похожа, знаете, если кто-то смотрел первую часть мультфильма, это «История игрушек», там была такая башка с типа паук. В дверь стучались. Походу нет. На кухне. Да, сенсор здесь надо было поставить. А главное, здесь нигде ты не поставишь. Нас заставляют на лифте ехать. Ух ты ж его. Это куда я приехал на лифте? Я жду скример. Сниму наушник, потому что мне не то, что страшно, мне кажется, блядь, меня оглушить нахер. Барабанный перепонт. Мне кажется, у меня барабанный перепонт лопнут. Это у вас? Тихо, вам нормально. А я уже слышу, как кто-то орёт. Плачет, ладно. Так, походу я близко. Очень близко. Невероятно близко. Вот-вот. Шкаф. Зайти в комнату. Типа я обосрался. Или чё? Эй. Спасибо, что играли. Вау. Быстро. Эта игра
мод первый. 3SB Hall in Jam 2021. Специальная благодарность Unity System Store. Конец. Вы это серьезно? А, чтобы вы понимали, мышка у меня пропала. Круть. А ладно. Сделаю потише в OBS. Что я могу сказать по данной игре? Бля, вот просто мне наушники такие речат, я лучше их даже сниму. Я не могу здесь что-либо отметить. Типа, хоррор составляющий в какой-то степени есть. Окей. Бог с ним. По длительности 5 минут. Ну, это было бы не коротенько, если бы она была бы не короткой, так ведь? Дальше в игре можно отметить головоломку с лабиринтом. Если это можно считать, конечно, головоломкой. Самое нестандартное и непонятное для меня были некоторые вещи. Первое. Кто вообще, когда срет, ставит перед собой зеркало, чтобы смотреть, как он срет? Второе. Чувак живет в двухэтажном доме. Для того, чтобы добраться ему на второй этаж, чтобы не идти по этой чертовой лестнице, с которой можно упасть, он использует лифт. Лифт. Не, я бы мог придраться, типа, а что тут такого? Я понимаю, если это трехэтажное здание, окей. Без проблем. Но здесь у нас с вами как бы двухэтажная, а куда идет шахта? Шахта лифта, ну, типа, вверх. А, ну, типа, на крыше? А на чердаке? Ну, тогда да, окей. Тогда можно, наверное. А что будет, если, допустим, ты заходил в туалет и едешь на этом чертовом лифте, а у тебя туалет на втором этаже? Все. Да, и при том у тебя еще и в отдельной комнате за специальным закрытым ключом. Личное ПТ-чное. И то там есть это... Плачущая дева, кажется, или железная дева, как она правильно называется. Но вместо нее там просто хроп с шипами. А потом... крест. И электрошокер. Что еще было? Топоры. Пила. И труп. И клетка. И, в принципе, все. Ладно, я могу на этом закончить, поэтому... Ламик, удачи. Удачи тебе сделать что-то внутри потом хорошее. Сделай хорошую оптимизацию, потому что я не знаю, из-за чего такой FPS начался падать именно в сторону дома. Типа у меня пап тянет. А здесь Инди не тянет. Ну, в принципе, больше я не могу ничего сказать такого. Поэтому всем удачи и увидимся через час.